ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойся луна дальней пограничья, от Катюши передай привет. И бойся луна дальней пограничья, от Катюши передай привет. Из-за пандемии коронавируса в этом году жители округа не увидели выступлений разъездных бригад. По улицам Одинцова не курсировали бортовые КАМАЗы, на которых артисты традиционно устраивали масштабные концерты, собирая вокруг себя множество людей. А гид-бригады, пусть и небольшим составом, поздравляли наших ветеранов. 20 творческих групп 9 мая посетили более 100 адресов. Мы приезжаем по адресам, где живут ветераны Великой Отечественной войны, и у них под окнами поздравляем непосредственно ветерана, но и заодно всех, кто живет в этих домах, да, в этом дворе, в этих домах. Зрители наблюдали за происходящим из окон. Артисты были одеты в форму или гражданскую одежду в стиле 40-х годов. Каждый мини-концерт длиной в 10-15 минут включал стихи о войне, героическую песню, чтобы почтить память павших, и веселую для поднятия боевого духа. А в завершении звучала легендарная «День Победы», которую жители, не скрывая слез и улыбок, пели вместе с артистами. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». День Победы!